Здравствуйте! Сегодня мы с вами сплетем вот такой вот браслет, который называется коса русалки или косичка. Плетется он очень легко. Для его плетения нам понадобится всего 2 столбика. Я буду плести на рогатке. Итак, начнем. Я буду плести браслет из ярко-розовых и белых резинок. В центре у меня будет розовый, а белый будет по сторонам. Берем резинку белого цвета. Накидываем на 2 столбика, перекручивая восьмеркой. Берем розовую резинку. Накидываем на правый столбик 2 оборота. Берем белую резинку. Накидываем на 2 столбика, не перекручивая. И все последующие резинки перекручивать не будем. Отодвигаем розовую резинку. Захватываем нижнюю белую и скидываем в центр. Опускаем. Берем розовую резинку, накидываем на левый столбик 2 оборота. Берем белую резинку, накидываем на 2 столбика. Розовую резинку на левом столбике отодвигаем. Захватываем 2 нижние белые и скидываем в центр. Берем розовую резинку, накидываем на правый 2 оборота. Берем белую резинку, накидываем на 2 столбика, отодвигаем розовую резинку, захватываем все нижние и скидываем в центр. Опускаем. Берем розовую резинку, накидываем на левый столбик 2 оборота. Накидываем белую резинку. Отодвигаем розовую резинку, захватываем все нижние и скидываем в центр. Опускаем. Берем розовую резинку, накидываем 2 оборота на правый столбик. Одеваем белую резинку. Отодвигаем розовую, захватываем все нижние и скидываем в центр. Берем розовую резинку, накидываем на левый столбик 2 оборота. Берем белую резинку, одеваем на 2 столбика. Розовую резинку отодвигаем, захватываем все нижние резинки и скидываем в центр. Вот такой у нас рисунок вырисовывается. По такой же схеме плетем до нужной нам длины. Доплела браслет до нужной мне длины, осталось только одеть застежку. Для этого берем белую резинку, одеваем на 2 столбика, не перекручивая, и скидываем все нижние резиночки со столбика в центр. Перекидываем резиночку с левого столбика на правый. И одеваем застежку, снимаем столбиком. Вот, и вот такой вот браслет у нас получился. Теперь соединяем.
заходите на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, следите за обновлениями.